Здравствуйте, мои дорогие родители и малыши! Сегодня я хочу показать вам две пальчиковые игры для детей 2-3 лет. Игра – это один из лучших способов развития речи и мышления у детей. Игра доставляет ребенку удовольствие и радость. Что же такое пальчиковые игры? Главная цель пальчиковых игр – это переключение внимания, улучшение координации и мелкой моторики руки. Подвижные игры дают возможность мамам и папам играть с малышами, радовать их и вместе с тем развивать речь и мелкую моторику рук. Я вам покажу самую простую игру. Называется она «Мама, папа, я. Вместе дружная семья». Детки, которые ходят ко мне в группу, эти игры все знают. И поэтому, мамочки, вы можете просто начать говорить, и они будут за вами повторять. И эти игры они знают. А я сейчас покажу для других родителей, которые не знают этих игр. Смотрите, ставим две ладошки. Одной рукой берем большой пальчик. Обязательно ребенок должен взять пальчик не вот так вот, а вот чтобы он почувствовал и говорить. Этот пальчик – папа, этот пальчик – мама, этот пальчик – бабушка, этот пальчик – дедушка, этот пальчик – я, вместе дружная семья. То же самое мы делаем с другой рукой. Опять напоминаю, ребенок должен обязательно брать свой пальчик и прижимать его. Этот пальчик – мама, этот пальчик – папа, этот пальчик – бабушка, этот пальчик – дедушка, этот пальчик – я. Вместе дружная семья. Еще одну игру я вам могу показать. Называется она «Строим дом». У наших малышей всегда много игрушек. Любую игрушку вы можете взять. Можете взять игрушку-кошечку или собачку и начинать строить для нее дом. Вы должны сказать: «Давайте порадуем нашу кошечку или собачку и построим ей новый дом». Дети с удовольствием откликаются на такую просьбу. Ставим два кулачка и начинаем говорить: «Строим, строим новый дом, строим, строим кошке дом. Крыша вот такая, большая-пребольшая, а кошки вот такие, большие-пребольшие». Дети с удовольствием будут с вами играть и откликнуться на вашу игру. Играйте, пожалуйста, радуйте наших детей и будьте здоровы. Берегите себя и своих близких. До свидания.